Поддельные игровые терминалы выявили в трех точках по Караганде. Они работали под видом национального оператора лотереи. Областной департамент экономических расследований ведет следствие по факту организации незаконного игорного бизнеса. Открыть поле — будет разыграна игра. Выигрыш составляет 250, 25, 100 и 25. В общей сложности в трех помещениях изъяли 6 игровых автоматов с азартными играми. Они работали под видом лотереи «Лотоматик». Организаторы оставляли на автоматах телефонные номера для получения денежного выигрыша. Хотя на территории страны имеет право проводить розыгрыши через собственные терминалы только национальный оператор лотереи. Его терминалы желто-синего цвета. Обязательно наличие логотипа, номера и QR-кода. Департамент экономических расследований предупреждает об ответственности владельцев коммерческих помещений. Напоминаем, что арендодатели также могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан и предоставлении помещения для осуществления незаконного игорного бизнеса. Следователи советуют арендодателям при сдаче помещений в наем обязательно заключать договоры и проверять, какую деятельность ведут на их площадях. В случае обнаружения игровых автоматов достаточно отправить их фото и адрес на официальные аккаунты департамента или сообщить по телефону доверия 56 70 00. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.